Этим праздником исполнительная и законодательная власть Кубани признают важную роль бухгалтера и аудитора и всех тех, кто занимается учетом, отчетностью и участвует в социально-экономических преобразованиях края. Главным ресурсом развития как региональной, так и городской экономики становятся люди и знания, которыми они обладают, а также растущая профессиональная компетенция кадров, отметил сегодня глава Сочи. Эта профессия, она очень трудоемкая, эта профессия не для всех, это постоянно нужно быть в напряжении. Быть всегда в состоянии, что я в ответе, и при том в серьезном ответе. Эффективная работа в области финансового учета и контроля влияет на результат работы крупных и малых предприятий, реализацию инвестиционных проектов и заработок сотен тысяч людей. К примеру, в Сочи, подчеркнул Анатолий Пахомов, благодаря правильной организации экономики, доходы курорта в уходящем году находятся на уровне самого высокого 2013 года. У нас заработала новая экономика. Рабочих мест столько в новой отрасли, не в строительной, а теперь уже санаторно-курортной отрасли. Это нам позволяет решать очень важные, значимые задачи. Прежде всего, конечно, социальные. Но в год мы строим по 3 школы. Понимаете, да? Что такого не было никогда. Мы вот как задали свой олимпийский темп, еще начиная с 2010 года, строить, строить и строить. И пока с этого темпа не сошли, что очень отрадно. Среди награжденных почетными грамотами главы города и давно заслуженные аудиторы и бухгалтеры, и молодые, хорошо зарекомендовавшие себя кадры. Наша организация в этом году очень много провела контрольных мероприятий, по результатам которых в бюджет города Сочи было заведено достаточно бюджетных средств. И для меня это первое вручение будет от главы города. Спасибо большое за это, очень признательны и очень приятно, что наш труд выделяют и не забывают про нас.